Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня у нас на обзоре игра, которая называется Crime Simulator. Симулятор преступника, версия 1.08, это у нас пролог, игра еще не вышла. Есть сетевой режим, тренировочный, и давайте одиночку посмотрим. Хочешь попробовать себя на тренировочной площадке, советуем начать с нее. Ладно, давайте посмотрим, что там будет. Подсказка. Есть специальные предметы, которые могут увеличивать твои характеристики на ограниченное время или навсегда. Продолжай поиски. Хорошо, значит, какие-то предметы тут есть специальные, которые мы с вами сможем использовать. Это отличненько. Ну что ж, ждем загрузки игры. Так, тренировочная площадка. Здесь ты узнаешь, как играть. Следуй списку заданий в правой части экрана, а если возникнут сомнения, нажимай на Т, чтобы посмотреть обучение. Так, ну окей. Дальше, что я могу сделать? Заверши тренировку. Так, поговорить. Давай, надери мне задницу, это никак не надоест. Почти как удовольствие. Ну окей. Вот, о, нифига, он меня бьет. Да, я надрал ему задницу. Отлично, я могу с него даже слутать что-то. Замечательно. Открой меню быстрого выбора. Q. Это что такое? Эмоции. Вернуть сюда. Характер. О, мы можем характер свой прокачивать, ну-ка. А у меня... А я ничего не могу. Дневник, инвентарь. Ладно, закроем. Дальше что? Дневник, тренировочная. Так, основные задания. Открой быстрое меню. U, чтобы открыть чат. Рация, удерживай Q. Используем рацию. Так, дальше. Теперь чат. Напишем help. Отлично, мы еще можем переписываться. Ну, в онлайне будет даже весело, наверное. Так, дальше. Победи всех врагов. 0-6. Так, отмычка. А у меня нет отмычки. Подождите, блин, у меня тут оружие, оказывается, было. Так, трубу. Не, я молоток хочу. Так, отмычку где-то можно тут скоммуниздить. Так, давайте попробуем дверь. Сломать. Не. Так, ты считаешься за врага? Так, нифига, он не считается за врага. Ладно, пойдем дальше. Ну, где мои враги? Вон стоит один. Голышок. Сейчас, ребята, подождите. Я к вам доберусь. Так. Ох, ты меня замочили. Начать сначала. Нифига себе, а чё это меня так быстро-то завалили? Так, Q, T, T, U, удерживай Q, используй рацию. Так, сейчас отправлю. Нет, так, заверши тренировку. Основа гейм, победи всех врагов. Так, аптечка это хорошо, но мне вот, блин, газовый баллончик. Не, лучше молотком. Так, ну, видимо, мне надо потихонечку вот как-то тут двигаться. Чего? Нажать? Так, я могу поставить ее вот сюда. Эй! Давай, надери мне задницу. Ну, иди сюда. Есть. Один прям сдох. Шикарно. И с него лутаем. Так. Так, давайте сначала баллончиком пшикнем кому-нибудь в харю. Е. Отлично. Так, трое есть. А чё, с них ничего не упало, что ли?
Крадемся тогда сзади. О, вот это мощненько. Вот это мощненько. Это что? Самодельная бомба. Так. Вот так вот. С баллончиком ништячно. Да блин, не смей. Не смей меня только убивать. У меня жизни осталось, хрен да ни хрена. Так, ну я всех. Блокирую удары. А как мне блокировать-то? Я ж теперь, я ж всех замочил. Так, угу. Так, а как мне аптечку использовать? Аптечка. Так, бинт. Использовать. Нормально, немножечко я себе жизнь подлечил. Теперь мы можем, по сути, сбегать к тому чуваку. Ух ты. То есть, я могу, да? Бросать оружие. Так, и мне только 3 удара осталось блокировать, да? Все, задание выполнено. Все, все, все. Иди отсюда. Не так тут, блин, хреново, ты еще на меня нападаешь. Так. Заверши через меню паузы. Escape. Выйти. Так, через меню паузы. Ладно, выйти в главное меню, выйти без сохранения. Все. Ну, я завершил обучение. Я молодец, я справился. Одиночная игра. Ну что ж, погнали теперь в жестокий мир. Так, и что нам тут? Добро пожаловать в Crime Simulator. Это песочница со свободным перемещением, где ты становишься преступником. Воруй, избивай людей и выполняй задания, чтобы заработать деньги. Делай все, что захочешь. Может, даже сумеешь стать самым крутым преступником. В полном релизе будет большой пролог истории сюжета. Пролог — это всего лишь введение. Так, ладно, что это такое? Приобрести обновление. У меня 2 письма есть. Давайте прочитаем. X-mail. Так. Жить по закону — это не про тебя, да? Ну что, давай покажу, как жить преступностью. Помнишь своего соседа Алекса Дженсона? Полный баклан. Я даже не буду рассказывать, какое фуфло он пишет в интернете. Клоун чудной. Просто знай, что он верит во всякие грёбаные теории заговора и можно не продолжать. Втащи ему так, чтобы на всю жизнь запомнил. Если он еще не в отключке, значит, ему было мало. Улавливаешь? Сделаешь все по-тихому, вообще зашибись. Еще у него есть старинное радио. Отбери. О, и фотик. Этот черт фотографирует, кого не просили. Проследи, чтобы ему навсегда расхотелось. Так. Принять заказ. Отлично, погнали, у нас есть заказ. Так, и мы, блин, мы даже, только не говори, что мы на машине даже можем кататься. Нифига себе, а как ехать-то? А как трогаться-то? Так, подождите. Двигатель не заводится, зашибись, машина сломана. Так, нам нужно на задание. Нам нужно на задание. Тут что это такое? Лестница. Не, мне лестница пока не нужна. Мне нужно... Мне нужно... Радио. Старинное. Так, а мне нужно к этому чуваку как раз. По-тихому подкрасться. А еще и фотоаппарат найти. Блин, охренеть, тут сколько всего. Я могу же это все забирать, типа. О, бабки нашел. Железки, веревку. Так, трубой. Трубой его огреть. Или бейсбольный битый. Ткань.
Не, наверное, давайте бейсбольной битой. Так, блин, палево, он тут ходит. Так, избил Алекса. Так, и теперь мне нужно найти фотоаппарат. Ну что, где ты, гаденыш, прячешь фотоаппарат? Так, сортирку. О, таблеточки. Я все заберу, все, что ценное. Я все заберу. Блин, бабки. Тут везде бабки. Так, шкаф не могу открыть, к сожалению. Записи какой-то. Это что такое? Опа-па, бабулечки. Будильник. Это нам не надо. Это не надо. Внизу полотенце. О, отмычка. Блин, а вот отмычки-то у меня нету. Сейф было бы прикольно забрать. Чоботы тут неплохие стоят. Так, чувак у нас в отлючке. Это что? Укради дешевый фотоаппарат. Иди отсюда. Это теперь мой дом. Так, что у нас тут есть? Новая заметка в дневнике. Потом почитаем. Взять телевизор. Блин. Не. Фотоаппарат. Ищем фотоаппарат. Вот куда он его мог спрятать? Возможно, он в сейфе. Да. А, отмычка-то сверху лежит. Ой, нет, блин, нет. Нет, вот она. О, фух. Слава богу, что она не завалилась. Так, а мне надо просто вовремя нажимать, да? Есть. Ну что ж, мы выполнили первое задание с вами. Заказ завершен. Привет, сосед, у тебя новое письмо. Так, отмычка. У меня нету отмычки, так что валим через двери, в которую вошли. Замечательно, бежим к себе домой. А мы прям напротив этого чувака жили. Классно. Чё? О, а это что такое? Продайте предметы. Продать все. Нормально. То есть мы можем продавать еще. Так, у нас 815 баксов. Это что такое? Металлолом. Нахрена он мне нужен? Я что-то из него крафтить, что ли, могу? Так, окей. Мусор. Так, бабки есть. Мусор вынесен. В смысле? А, тут еще прибираться надо. Нифига, мне пол чинить еще, наверное, придется, да? Так. Короче, надо весь мусор отсюда нахрен убрать. И, наверное, тогда спать, сохранить игру. Нет, подождите. Надо мусор весь убрать. Я хочу тут порядок навести. Есть. Ох ты красота, ребята. Я себе купил офигительную кровать. Открыть хранилище. Так, ну и... Да нет, пока пусть у меня все лежит. Хотя... Не. Давайте, наверное, все... Не, мусор-то мне нахрена. Мусор... Так, во, в хранилище. А, новое задание. Так, отмычки по 20 баксов купить. Три штуки. Лом, кувалда, кастет. Блин, перцовый баллончик, конечно, стоит просто охренеть. Самодельная бомба. Так, пока, ладно, не будем смотреть, нам надо сначала задание взять, охренеть. Так. Так, ну, это я выполнен. Замечательно. Так. Эй, вот небольшой подарок, который будет полезен в твоей новой жизни. Удачи с заказами. 5 штук отмычка, 1 бинт получить. Спасибо, блин, 5 отмычка. Нахрен я покупал тогда. Ладно. Мне говорили, ты шпана зеленая, что ты... Так что смотри, не просрись. Так вот, есть тут один тип, Дэйв, ему надо популярно объяснить, что базарить с чужих, о чужих делах вредно. Он живет в Лоусайд 103. Стащи его паспорт и подкинь его
в спальню поддельный. Липовое ксиво в твоем почтовом ящике. Смотри, не забудь. И да, если разнесешь его кухню, и я доплачу. Ну все, бывай. Слушайте, а неплохой заказ. Погнали. Так, внешность. Блин. Офигеть. Слушайте, я вот хочу таким сумасшедшим заключенным играть. Хотя у меня нормальный тип военный. Вот таким хочу. Можно как-то? Хрен так, наверное, можно. Ладно, погнали на заказ. Почтовый ящик. Так, поддельный паспорт. Так, Дэйв, 103. Подождите, 102. А где 103 дом? Как мне определить? 103. Тут номера-то хотя бы есть. Так, укради паспорт Дэйв. Вот, 103. Вы входите в запретную зону. Да я понял. Ой, он идет. Короче, мне опасно тут на самом деле ходить, потому что дом-то не мой. Так, окна я открыть что-то не могу, походу, да? О, денежки. Это что такое? Крэк. Ну, ладно. Во, войти через окно. Так, паспорт. А как мне подкинуть? Так, таблетки, будильник его заберу. Сбрось фальшивый паспорт. А как мне бросить? Так, отлично. Так, укради паспорт Дэйва. А, чтоб мне... Вот он. Ништяк, я его сразу нашел. О, еще денежки. Наушнички. Сейчас я его в хату обнесу, нормально так. Что в шкафах? Наушники. Так. Хрена тут нету. Паспорт я его сбросил. Так, главное, чтобы он домой не пришел. Гитара. Блин, нет места в инвентаре. О, еще денежки нашел. Так, что мы можем тут еще такого ценного взять? О, блин, нет места в инвентаре. Всякой хренью забил. Ценности, но ценности нормально. Так. Мне надо типа было разнести. Уничтожь мебель на кухне. Подождите. А какая тут мебель? Вот это стулья, что ли? Все. Уничтожил. Так, это что такое? Нет места в инвентаре. Так, тут денежек тут нету. Скотч. Так, и чего? Принимай, выполняй заказы. 2 из 8. Начинающий преступник. Блин, да тут телек можно вынести. Тут до хрена чего можно вынести-то. По-хорошему, если. Но у меня в инвентаре просто нет почти свободного места. Так, ну все. Тогда валим отсюда. А изнутри я могу-то выйти? Да хрен я. Значит, как вошел, так и выйду. Все. Теперь просто смотрим. Так, а чувак там, блин, караулит. Ой-ой-ой-ой. Если он меня сейчас палит, это будет вообще пипец. О, пришел домой. А, лошара. Так, а мне надо к себе домой бежать. Вообще нормально. Так, давайте-ка все продадим. Так, продать все. Чудесно. Денежек заработал. 2 из 8 заданий я выполнил. Я красавчик. Так, следующее. Привет, босс. Получил небольшой запрос. Это проверка твоих рефлексов. Я заметил несколько серебряных медалей в Оквилле. Мне нужно, чтобы ты украл 3 из них, прежде чем кто-нибудь из этих идиотов спрячет их или что-то в этом роде.
Осмотрись в домах 102-103. Удачи, я рассчитываю на тебя. Буквально. За 3 минуты 20 найди украденные и укради серебряные медали. Прикрепленные изображения 102 и 103. Погнали. 102. 102 это вот этот вот. Да, блин, да, отмычка. Нахрен я тут пролезу. Блин, еще и время идет, пипец. Сто два и 103. Так, где гребаную медаль? Тут можно найти. О, мобильничек. Так, ищем медали. Бабки нашел. Скотч. Есть. Одна медаль есть. 102 и 103. Блин. А тут же получается несколько их может быть. Постер возьму. Где еще могут быть... Блин, телевизор. Чуть не разбил нахрен. Так, ну где? Где еще могут быть медали? Просто в спальне? О, бабки какой-то, косяк я нашел. Так, быстренько. Тут нету. Смотрим еще раз, потому что медали недавно сперли. Могут они тут быть. Могут вообще в этом доме не быть. Так, ну теперь напротив идем в 103, да? А хрен его знает. У меня 1.5 минуты осталось. Это мне через спальню надо опять пролезть. Я же ему мебель все раскрушил, как я теперь. Так, чувак ушел, типа, да? Типа ушел. О, бабки остались тут. Ай! Все. Так, бабок с него много выпало. А вот медали ни хрена. Не, блин, это сложное задание, пипец. Вряд ли я тут сейчас быстро смогу найти медали. Я просто даже не знаю, куда он их мог запихнуть. Явно. Это вообще 103-й? Блин, у меня времени не хватит. 40 секунд осталось. А мне две медали надо найти. Одну-то ладно, я как-то быстро нашел. А где еще мог... О! Вторая медаль. Козел, говори, где еще одна медаль? Я же не знаю. Пошел спать, блин. Так. Блин, ну я две медали из трех нашел, к сожалению. Больше я не вижу, где может быть. Валим отсюда. Короче, задание провалили. К сожалению. Так, у вас новое письмо. Да я понял, что мы провалили задание, лоханулись чего-то мы. Блин, ну это сложное реально задание. И давайте продадим хотя бы, чтобы нам без денег не оставаться. Так, что нам там написали? Читать. Так, ну три задания, да? Так, хорошо. Я знаю, где два у нас хранится, две медали, а вот третью я ни хрена не нашел. Так, слушай, мне продали украденный портфель с кое-какой важной информацией. Не спрашивай, деньги уже уплочены. Так его должны просто отдать. Шелупонь местная, кучка дебилов. Ну да хрен с ними, принеси мне кейс, осмотрись. Оцени силы, если сможешь, избавься от их лидера, но это не обязательно. Рано или поздно они его все равно грохнут. Так, заказ принят. Давайте попробуем этот заказ выполнить. И мне бы что-нибудь какой-нибудь... Так,
Оверстак мы можем. Так, а сколько у меня денег? 2200. Лестница Макаров. Блин, Макаров полтора косаря. Это очень... Зато... давайте купим Макаров и патроны. Нормально. А, их сразу дают, да? Так, а куда мне нужно-то? Подождите-ка. Это мне куда-то далеко, походу, нужно. Вон, синяя точка. А сейчас попробуем. Блин, прикольный симулятор. Не ожидал даже. Так, мне надо в дом, да? Так. Так, собери портфель. Я здесь из-за портфеля. Ага, вот тебя... значит, у тебя остальные яйца, раз ты здесь из-за портфеля. Ага. Так, а вот что... Тебя-то ждет кастрация. Дай сейф. Так, харизма. Слушай, мужик, все, я понимаю, дела туда-сюда, но давай будем честными. Ты же не дурак, Сазар уже заплатил за портфель, и ты это знаешь. Я просто заберу его и смотаюсь нахрен. Чувак, просто уходи, пока я тебе не вышиб мозги. Чертовы американцы думают, что они везде главные. Ох ты, ни хрена себе. Вот это было неожиданно. Это было чертовски неожиданно. Что ж, С. Сохраняем прогресс. Блин. Ладно, еще поиграем. Слушайте, на этом сегодня, думаю, достаточно. Офигенный симулятор. Ну ни хрена себе, они меня ножом лупанули прям очень сильно. Ладно, останусь сегодня дома. Почитаю. Какие-то бумажки потом. На этом сегодня все. Ребята, если понравилось видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. Будем дальше смотреть новые интересные игры, часть из которых будем проходить. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.